на позициях у меня без изменений. Единственное, что мы больше усилились. Окапываемся. Делаем все заграждения. Бои как продолжаются, как продолжаются постоянно. Сейчас и артиллерия работает по нам. Ну, сапоги, АГС, это все мелочи. Заработало 120-е, мины пролетают. 82-е. В общем, постоянно. Отбиваем все, что можем. Такая агрессия постоянно с украинской стороны или это за последнее время? Ну вот как сейчас увеличилось, как начался чемпионат мира по футболу. И постоянно они ищут, чтобы к нам зайти, лазейки, диверсанты, группы. Ну, вовремя выявляем и отсекаем их. Очень часто работают. Сейчас есть уже привозные, приехали, не знаю, с каких они стран, бьют с крупных калибров. С ББСами, в общем, не слышно, пули прилетают, 12,7 калибров, это серьезное, пробивают и мешки, в общем, ситуация такая, я скажу, что нестабильная.